задним ходом, пожалуйста. Пошел! Перед началом ролика хотел бы вам посоветовать магазин мужской одежды и аксессуаров Showroom GQ. Мужская молодежная одежда из Турции и Китая. Копия мировых брендов в люксовом качестве. Постоянно обновляемый ассортимент одежды и аксессуаров. Также наш магазин занимается доставкой по всей России от 3 до 7 дней. Гарантия качества и отзывы от довольных клиентов в ВК. GQ Showroom уже 7-й год радует своих покупателей ценой и качеством изделий. Все ссылки в описании. Здравствуйте, вообще с движением стоп-кам. Вы двигаетесь по тротуару, могли бы сзади назад, пожалуйста? Спасибо большое. Да. Все, хорошего вечера вам. Да, где там? А? Вообще нельзя. Это вообще нельзя. Ну, по правилам ПДД, давайте вспомним. Огорожено по ребрикам, газонам. Поэтому нельзя. Все. Спасибо. Все, осторожно на дорогах. Сейчас неофициально. Вы-то понимаете, что вы нарушаете? Сами вот, ну, признайтесь. Да, я вижу, что вы знаете правила движения. Я не знаю, я сейчас нарушаю или нет. Конечно. Я сейчас не знаю. Вот вы стоите на тротуаре, там, где люди ходят. Всю жизнь нарушаете. 15 лет здесь живу и здесь паркуюсь. Как мне дальше? Надо в себе что-то менять. Ну, включение можно проехать? А давайте вы выйдете на улицу Вятскую, с Вятской заедете к себе во двор. Там по правилам ПДД. Я всегда приду, потому что во дворе негде ставить машину. Ну, вы даже не проверили. Да. Вы даже не заехали. Давайте вместе проедем. Нет, мы с вами. Зачем мы с вами на самом ехали? Я прокачу. Прокачу. Красивая машина, чистенькая. Да. Не надо ее наклейкой портить. Да. Не надо, ну, поэтому... Будьте добры, сдайте назад. Давайте, вы такой позитивный человек. Спасибо вам огромное. Все, спасибо. Все, хорошего вечера. За борщ надо работать. Когда? Конечно. А как заезжать? Я же вам говорю, есть въезд у вас с улицы Вятская. Вот вы сейчас выезжаете. Едете по улице Бутырской. Поворачивайте направо, ну, заезжайте к себе во двор. Нет, без всяких проблем. Ну, конечно, так можно, да. Но по тротуару все-таки нехорошо ехать. Здесь люди осторожно сзади. Не. Девушка, здесь люди ходят. Девушка, стоп-хам. Общественное движение стоп-хам. Здравствуйте. Мы приветствуем вас на тротуаре. Здесь нельзя ездить. А? Нет, там парковки нет, там знака нет. А по правилам ПДД тротуар, видите? А? Можете сзади назад? А задом никак нельзя. А? Ну, через людей проехать. Лишение прав будет, если вы скроете свет ДТП. Ну, задним ходом, спокойно, красиво. Давайте даже поможем, давайте. Вот такая милая, красивая. Сзади, пожалуйста. Приветствую. Коротко о том, что наше с вами комьюнити работает. В одном из предыдущих роликов я попросил вас оставлять ваши заявки на проблемные места, локации, где гоняют по тротуарам, оставляют свои машины вторым, третьим рядом, затрудняя жизнь пешеходам, автомобилистам и так далее с хамским поведением. И вы, я в вас не сомневался, и вы не остались в стороне. Вы прислали мне кучу заявок, кучу видео, кучу фото. Огромное всем спасибо, я не все успел отсмотреть, но вот на эту локацию наш активист уже выехал, проверил, и мы там провели уже пару рейдов. И, если честно, я был шокирован хамским поведением людей и то, с чем нам пришлось столкнуться, потому что столько на капотах стоп-хам еще не катали никогда. Постоянно едут. Постоянно? Постоянно по тротуару машины. Постоянно. Сигналят пешеходам. Ну как же дети, все, да. Мы ходим, жилой массив. И, пожалуйста, вот так. Мне никому не надо. Все. Милиция не работает. Вот просто... Все, спасибо большое, спасибо. Безобразие. Спасибо.
Куда едем-то? Добрый Здравствуйте, вечер. Вообще с движением СтопХам. По тротуару едем. Ничего не смущает? Назад сдайте. Назад сдайте. Отлично, супер. Ну никак. Здорово, СтопХам. У меня собака, блядь, задыхается, уйди. Брат. Давайте водички дадим. На, дай, иди, дай. Ну собака задыхается, у меня воды кончилось. Не понимаешь по-русски? Говорю, в натуре не... из-за собаки поехал. Не... Дорога есть. Собака задыхается, из воды сидит. Не наступает, накрыть. Задним ходом, пожалуйста. Пошел, и вам удачи. Да, и вам удачи. И вам спасибо. Ну я покажу. Если что, давай. Куда? Куда едем? А ты едешь, дядя! Ну как, что ли? Вот ты едешь, дебил ты, что ли? Слей. Еще одну, на, еще одну. С головой нормально тебе? Вы что, вы ехали по тротуару? Никита, отойди. Ну вас предупредили, сказали. Сдавайте назад, по-хорошему.